Вот приехал помыть днище любимого автомобиля. Сейчас смоют колеса, снимут колеса. После зимы грязь лишнюю нужно снять, чтобы не было коррозии там и так далее. Вот. Здравствуйте, ВМЗАП. Меня зовут Павел. Очередная машина на услугу по мойке днища. Toyota Corolla. Так что будем мыть. Как вы все видите, люди обращаются, едут. Ну, как бы услуга пользуется спросом, поэтому всех приглашаем, приезжайте. Следите за новостями. Вперед, поехали. В общем, сняли колеса на данном автомобиле. Видим, что суппорта и тормозной барабан, диск с валом шрузовым обработаны специальный, типа вот как медиаха, только с серебряным раствором, чтобы не допускать коррозию. Сейчас мы это дело все закроем какими-нибудь пакетами, целлофаном, чтобы вода не попадала и помоем вокруг. Ну и степень загрязнения, в принципе, можете оценить, увидеть. Поэтому, ну, работаем. Итак, мы закончили нашу мойку. Сейчас ребята делают финальные штрихи, навешивают колеса. И, в принципе, очередной довольный клиент поедет бороздить дороги города Москва и Московской области. Звоните, записывайтесь, приезжайте. Всегда рады. Всем удачи. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите на всех ресурсах. В общем, пока. Вот была произведена качественная и, скажем так, высококвалифицированная мойка днища любимого автомобиля. Ухаживайте за личным автотранспортом, и он ответит вам тем же.